Нас тут. Да, вот они, наши сосисочки тут. Сосисованы. Да. А вот наша елочка. Елочка, ну вообще замечательно. Елочка крутая. Вот это вот. Штука, это вообще хорошая. Уточка. У нас тут игрушки вообще бешеные висят. Матрехи какие-то, рыбки. Игрушки, конечно, да. Мы тут что понашли по подвалу, то и повесили. Ну, а так у нас здесь вот так вот. Кто тут интересовался, я помню. Ну, что там у вас там, блин? А вот. Где там? Слушайте, как там это называлось? С хибарой! Хибара. Хибара тут у нас такая серьезная. А там? Ты ж там не снимаешь. Тебя вот Хеслайк меня... вот, все время гордится хибарой. Ой, ну а что, смотри, какая вещь. Вон, посмотри, сделай. В зеркало. Вещь сделай. Там, смотри. Как это, Слав, называется вот эта штука? Дюралайт. Дюралайт. А вот здесь у нас есть коллекция всяческих старинных вещей. Кассеточки. Какие-то тут статуэточки фарфоровые. Геленвагены. Швейные машинки. А также у нас есть растения. Растения, кстати, у нас под фитолампами. Раз тут мы тут эксперименты проводим. Типа того, что может ли... в бункере расти растения. Почему я не... Кеша, он все время в каске ходит здесь. Боится голову сшибить. Щиток у нас тут порядочный, блин, как всегда. Да. Сейчас тут покажу. О, электрические счетчики у нас. Все дела. А также у нас есть обширная библиотека книг. На любой вкус, да. Даже есть, блин, книга тут «Сердце Бонневура» и про Ленина рассказывает. Про Ленина? Да, офигенная баклаха с насосом, блин. Ну, это там, чтоб с водой тут заморачиваться. Клавиатуры, коллекция маленьких поездов тут у нас есть. Чайник электрический. Есть и такие, какие-то свирепые бомбочки у нас тут есть. Вот эта вот лампочка у нас интересная, керосиновая. Надо керосина найти, попробовать ее зажечь. Вот это вообще не понимаю, чего это тоже интересная какая-то баклаха. Ну, короче, обстановка у нас такая тут. Нормальная. Вот, не курить, чтобы пожаров не было. Ну, это там одежда у нас висит за шторочкой. Там картошки всякие, там припасы, соленья, варенье. Да. Ну там, кстати, у нас запас есть. Есть запас. Вот банок там всяческих различных. Так что подготовлены. Можем отсидеться, если что. Что там с сосисками? Все гуд. Да. Сейчас. Я скоро буду готовлю. Все отлично, и корабли уходят в забой. У тебя, как обычно, все цинично. Дверь за собой закрой. Без тебя, пиздец.